Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. И сегодня я хочу вам показать подарки, которые мне прислала Оля, моя рукодельная подруга. В предыдущем видео я показывала вам полностью всю посылку. А в этом видео я вам покажу основы, которые выпускает фирма Орхидея. И эти основы Оля укомплектовала уже бисером. То есть они уже идут, как наборы идут. И даже ниточки, иголочки, все Оля прислала. Хочу показать вам сюжеты, какие она выбрала для меня и для Алинки. Буду снимать с рук. Уже рассказывала я, штатив сломался. В общем, пока не купили новый, буду снимать с рук. Возможно, иногда будет тряска, но пока никак по-другому не получится снимать. Первый сюжет. Вот такие замечательные розы. Размер огроменный. Я приготовила линейку для того, чтобы сказать, какого размера эта картина. А размер у нее 43 на 72. Ничего себе! Примерно так, 43 на 72. Не точно, конечно, я вымеряла, но это не так важно. Вы представляете масштаб бедствия? Какое огромное полотно! Такие огромные полотна бисером я еще не вышивала ни разу. Вам ничего не напоминает этот сюжет? Да, я говорила своим рукодельным подругам, что мне очень нравится сюжет Атриолис. И посмотрите, Татьяна Шумилина мне прислала Риолис, вышитый нитками, а Оля мне прислала вот такой вот сюжет, точно такой же сюжет, который вышивается бисером. Представляете, мой любимый сюжет теперь есть у меня и нитками, и бисером. Обалдеть! Работы непочатый край. А давайте посмотрим, какой здесь бисер. Здесь указаны номера. Вот номера на самой основе. И здесь номера. Вот они. В общем, все вот так вот укомплектовано. Чешский бисер. Вес обалденный. В общем, вот такое вот огроменное количество бисера. Оля любит вот такие огромные сюжеты. Она вышивает именно такие большие картины. Я еще такие большие ни разу не вышивала. Я Оле сразу сказала, я боюсь, я еще ни разу не вышивала. Но она сказала, вот и попробуешь. Представляете? Теперь у меня какое огромное полотно. И нитками. Риолис вышивается хлопками, хлопковыми нитками Анкор. Ну, в общем, вот такой любимый сюжетик у меня теперь есть. Вы только посмотрите на эту картину. Охотничья собачка рядом с охотничьей собачкой. Этот сюжет, ну, явно Оля выбирала для Тимура, поскольку у нас папа охотник. Здесь собачка Колли, но все равно рыжая, очень похожа на нашего Ричарда. Я понимаю, почему этот сюжет Оле приглянулся. Это для меня сюрприз. Оля мне не говорила заранее, что это будет за сюжет. Вот такой вот огромный. Посмотрите, улеглись все рядом. В общем, вот такой вот сюжет охотничий. Ричард сразу уже увидел дичь и лег рядышком. Тоже все укомплектовано бисером, все номера подписаны. Здесь большое количество бисера. Вон сколько, какая палитра. Обалдеть, обалдеть. Если оформлено будет под стекло, я представляю, какой вес будет этой работы. Но это еще не самый большой вес, это не самая большая картина, которую Оля прислала. Сейчас вы обалдеете вместе со мной. Я тоже в шоке нахожусь от таких масштабов. Предыдущий сюжет назывался «Царская охота». А этот сюжет называется «Коралловый риф». С ума сойти. Размер работы 95, где-то, наверное, на 70. Это, наверное, картина,
как раз будет занимать половину нашей комнаты. Я не представляю, как я смогу вышить вот такой огромный масштаб. Здесь идет полная зашивка. Этот сюжет, кстати, выбирала Алина. Представляете? Цвета бисера просто бомбические. Я обожаю голубые, бирюзовые. Посмотрите, какие цвета. Одной рукой невозможно даже поднять весь этот бисер. Представляете, какая красотища. Какая красотища. Я таких огромных сюжетов еще никогда не видела. Ну, Оля именно такие вышивает. Обалдеть. Я в шоке. Я шокирована. Они как раз на пол кровати. Я расселила на пол кровати. Я не представляю, как я эту работу, например, буду нести из багетки. Представляете, сколько она будет весить? Мне даже интересно, что же это будет в конечном итоге. Я вам честно скажу, даже приступать к такой работе, это так страшно. Мне никогда не было так страшно начинать новый сюжет. Я, конечно же, не буду начинать его сейчас, пока у меня есть начатые работы. Мне надо их завершить, иначе мне некуда будет раскладывать такое огромное количество бисера. Или я его потом перепутаю. В общем, нужно этот процесс организовать серьезно, не так с бухты-барахты. В общем, нужно собраться духом, силами и мыслями, и тогда приступить к отшиву. Обалдеть! Ну ты, Оля, даешь. Вот такой еще сюжет. Зимняя прогулка. Здесь уже поменьше размер, 63. Холли решила, наверное, что мы очень быстро справимся с этими огромными дельфинами и решила еще одну картину прислать. Я еще от той не могу в себя прийти. Но здесь уже как-то с размерами более так нам привычно, поэтому здесь меня уже ничего особо не шокирует. Также бисер упакован весь, по цветам разложен. У меня Алинка очень любит лошадей. Я знаю, что это будет она вышивать, она у меня точно заберет эту работу, хоть она и мало вышивает, медленно продвигается, увлеклась вязанием, но все-таки вышивка ей нравится, поэтому мы с ней поделим сюжеты. Очень красивый сюжет. Бытует такой миф на YouTube, если вышьешь лошадей, будешь пахать как лошадь. Не знаю. У меня совершенно другие представления. Мне кажется, что если я буду вышивать бегущих лошадей, то я буду такая же энергичная, здоровая и буду все успевать. Вот так. Мне кажется, что наоборот, это классно и круто. Вышить лошадей. У меня есть похожие лошади от фирмы Риолис. Кони, бегущие по волнам. И теперь вот такой похожий сюжет есть еще и бисером. Вообще это классно, когда сюжет вышитый нитками и похожий сюжет вышитый бисером. Особенно если они рядом будут висеть, можно будет их сравнивать. Мне кажется, это очень интересная задумка. Главное, чтобы она воплотилась в жизнь когда-нибудь, потому что уже количество наборов превышает наши возможности. Ну ничего, мы с этим справимся. Теперь я не одна, мы с Алиной вдвоем. Вот такие были подарки шикарные от Оли. Олечка, еще раз тебе огромное спасибо за такие подарки. Просто нереальные. И зрителям большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.